Всем привет! Сегодня я хочу вам предложить, на мой взгляд, три очень интересные и в то же время полезные идеи. Первое – это простое и удобное приспособление из 110-х заглушек и крепежей. Переносной футляр для различной мелочевки. Особенно пригодится тем, кто любит что-то мастерить. Ну а это очень практичная подставка под ноутбук. Для начала в каждой крестовине с одной стороны рассверлим пошире отверстие перьевым 20-м сверлом. Уберем все лишнее из отверстия. Конструкция по себе очень проста. Паяем крестовины так, чтобы рассверленная сторона смотрела наружу. Изготовим 4 заглушки вот таким вот образом. Теперь изготовим дополнительные элементы нашей конструкции. Первый элемент – это стаканчик из соединительной муфты и переходника 20×32. Второй элемент, также из соединительной муфты, мы посадим на горячий клей. Для третьего элемента нам понадобится соединительная муфта вот с такими вот пропилами.
Ее мы просто насадим на уголок, без использования какого-то либо клея. Так как подставка у меня будет с дополнительным охлаждением, изготовим выключатель для этого охлаждения. Можно, конечно же, купить готовый, но мне интересно собрать его самому. Кстати, он будет в лучших традициях самодельщиков, из пластиковых крышечек и горячих соплей. Это классика, ребята. Так как охлаждение не всегда будет необходимо, я сделаю его съемным. Ну вот что получилось. Так выглядит подставка, как говорится, по минимуму. Теперь добавим все элементы. Их можно менять по вашему усмотрению. Все очень просто, снимается и одевается. Расстояние дополнительных элементов от конструкции позволяет без труда подсоединить флешки и необходимые провода.
Ну а это элементарное приспособление пригодится тем, кто работает на нижних уровнях. Под машиной, сантехникой и так далее. Все очень просто и практично. Ну а на сегодня все. Лучшая благодарность автору за его труд – это лайк под этим видео. До новых встреч, друзья. Здоровья вам и вашим близким.